Всем привет на канале Tasty Food. Я вам сегодня хочу предложить, как можно вкусно приготовить тушеную капусту с мяса. Вот что мне понадобится из продуктов. Для этого рецепта мне понадобится свиное мясо. Обязательно покупайте свиное мясо, потому что капуста любит жирное мясо. Кстати, я буду готовить этот рецепт из квашеной капусты. Если вы будете готовить из квашеной капусты, поверьте, он получится просто необычно вкусно. Также мне понадобится репчатый лук, морковь, подсолнечное масло и томатный соус. А из специй я буду использовать красный перец, черный перец, паприку, соль. Приступаю! Свиное мясо у меня вырезка. Буду нарезать на средние кусочки. Мясо буду обжаривать на подсолнечном масле. Мясо пустит жидкость. После того, как испарится жидкость, отправлю нарезанный лук. Лук нужно нарезать мелко. Морковь натираю на крупной терке. Капусту нужно отжать и нарезать. Нарезаю капусту. В мясе испарила жидкость, отправляю лук. И вместе с луком буду еще жарить 5-7 минут. Мясо с луком обжарил еще 7 минут. Теперь добавляю красный перец, соль, черный перец, перемешаю и добавлю морковь. Смотрите, соли не переборщите, потому что капуста и так соленая. Добавляю морковь, и с морковью еще буду обжаривать около 10 минут. После этого добавлю капусту. Прошло еще 10 минут, добавляю квашеную капусту. Перемешиваю и буду тушить практически до готовности. После этого добавлю томатный соус и паприку. Капуста у меня тушилась на небольшом огне около 40 минут. Она получилась как раз, как я люблю, хрустящая. Я сейчас добавлю томатный соус и паприку. И после этого ее протушу еще 5-7 минут. Если вы любите, чтобы капуста была помягче, и можно ее протушить еще 10-15 минут. Перед тем, как будете тушить капусту, ее нужно обязательно попробовать. Если она у вас будет кислая, ее нужно промыть проточной водой. Все специи добавляйте по вкусу. Может быть, кому-то будет недостаточно сахара. Капуста протушилась еще 7 минут. С томатным соусом убираю с огня. Шикарная капусточка. Что-что, а капусту с мясом я просто обожаю. Невероятно вкусный и простой рецепт, особенно с картофельным пюре. Ну что может быть вкуснее? Всем, кому понравился этот вкуснейший и простой рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих видео. А также нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Пока!